Мы выбирали музыку, как все. Нам досталась песня «Эхо любви». То есть мы вытягивали бумажку, и там было написано «Эхо любви». Честно говоря, я обрадовалась, потому что это одна из любимых моих композиций. Я ее когда-то пела. В молодости. В молодости, да. Вокруг, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Я помню. Знаете, когда мы ставим номера на льду, проблемы возникают одни и те же. Уже 3 месяца. Без малого. Осторожно. Он мне говорит, осторожно. Он говорит, осторожно. Молодец. Осторожно, я поехал. Я и говорю. Ничего не получилось. Действительно, нужно просто справляться с волнением, с нервами и научиться уже растворяться в той музыке, которую мы подбираем для катания или для танца. Хочется, чтобы эта свобода появилась. Она потихонечку появляется. Умец. Молодец. Гениально. Я не знаю, зачем на тренировки ходить больше. Я не вижу смысла. Данчика, давай попробуем. Я не вижу смысла ходить на тренировки. Она катается лучше меня. До конца проекта дойдет человек с более устойчивым нервом. Причем один без партнера. С партнером сложнее, дайте мне, честно скажу. Брось, командир, брось. Извините, пожалуйста. Вот, да. С более устойчивым, и, соответственно, я так понял, что ты не дойдешь, судя по твоей реакции только что.